Ну, я вот ее делаю, 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 переделываю, Наташа. Ну, это же невозможно уже. Сколько тут слоев? Ну, вот это все надо сделать, чтобы волны были, чтобы хорошо было, вон солнышко, паруса. Это просто надо все сделать. Новый акрил мне нужен, хороший акрил, потому что этот новый акрил у меня кончился. А эту картину ты начинал другим рисовать? Нет, я как раз сделал хорошим акрилом. Ну, я давай покажу тебе, как этот хороший акрил выглядит. Посмотри вот сюда. Вот с выставки как раз сейчас мы уже забрали назад. Там в Институте международных отношений выставка была. Слушай, как она, здорово, да? Мне нравится. Знаешь, как называется? Дерево, планеты и Эдем. Да, райское дерево, да. Послушай, а это вот как бы земной шар, да? Вот, ну да, дерево. планетка, да. Планетка, смотри, какой акрил, да? Смотри, а интересно, что вот как будто бы там женщина, ты видишь? Ну это так получилось, видишь, она как будто бы там... Там как, ну, как будто бы ползет, ползет, да, по шару этому, по планете. Да, а там как будто бы наклонился к ней вот этот вот. Да, как тут. Будто какой-то волшебник в колпаке. Да, пойдем, я тебе покажу еще. А это у меня вот как раз таки на выставке в ГИМО как раз было. Видишь, тут написано, что этот ключ помогает снять зажимы, выйти на свое состояние, творчество и так далее. Что это нужно каждому человеку открыть себе Творца. Да? Вот. А вот эта вот картина, дама, это... Слушай, это потрясающе. Она как раз была акрилом написана в предыдущей серии, да? А вот этим новым, который у меня был последний раз, я ее доделал, и она стала необыкновенной. Видишь, туда же капля такая, и вот туда же потом я заметил, как будто и слезка такая, видишь, у него в руке. Да, видно. Букетик такой. А эта дама, она как бы, помнишь, это... Классная дама в школе. У кого это было там? В каком-то таком произведении. Классная дама. Мадам. Как ее звали, я забыл. Ну ладно, пойдем. Я тебе покажу. А это масло, это аквариум. Это, конечно, шедевр, как будто бы оттуда смотрит человек. Ну, словно она смотрит, прислонилась к стеклу аквариума, да? Да, да, вот рыбки плавают и пузырьки. А художник как бы увидел ее с обратной стороны, ну, да? Да, я как будто бы так, да. А, иди сюда. Вот тоже сейчас вот с выставки. Вот это вот забрали, а это у нас акрил новый. Густой, видишь, пастозный, очень хороший акрил. Ну, правда, он очень дорогой, но это моя радость такая. Ну, что делать? Ну, я же художник, ну, моя радость. Ну, что делать? Я же не могу не рисовать, правда же, поэтому дорого, ну, что делать? Ну, ладно, ладно. Давай это там. Тоже из новых работ акриловых, да? Да, это, который, это новый акрил, который, да. Это вот, давай я тебе покажу другие картины, которые маслом были. А здесь вот я смотрю, это мне очень нравится. Это масло. Это, ну, это с других выставок тоже. Обиделся называется. Да, она, да, видишь, да. Такая злючка-колючка. Она его обидела, и сама вот подглядывает сейчас на него, смотрит. Обиделся. Ну, простит или нет. А он уже там, далеко в голове у него, там где-то там. Он просто не знает, метод ключ мог выйти из этого стресса и был бы опять таким веселым. И ее бы немножко повеселил, правда же? Ну, он надулся на нее. Да, обиделся называется. Вот иди сюда, я тебе здесь покажу. Вон, посмотри, вот это масло. Да. Это масло. А это я Ленку рисовал, вот у нас был грант такой, потрясающий грант был, ну он, ой, погиб, его собака большая, он такой маленький был, он на двух лапках ходил, это вообще интересно, вот посмотри, вот девушка с зонтиком, да, а это у меня с Олимпийских игр, когда я вернулся из Китая,
Я там готовил команду парусного спорта, чтобы они во время гонок чувствовали себя уверенно и так далее. И потом я нарисовал. У меня несколько. А это тоже очень старая твоя картина. А это темпера. Да? Это темпера. Один раз в жизни пробовал нарисовать темперой. А мне казалось, еще у тебя есть такая, или это темпера. Единственная? Не-не-не. И видишь, темпера потрескалась. Да, жаль. Да. А эта картина тоже знаменитая, она называется «Старый друг». Знаешь, она чем хороша? Тем, что они как бы здесь, и она там, где бы сейчас и должна была бы быть. Тут вот кружок груди, кружок бокала, кружок его трубки он курит, кружок стола, то, что держит картину в целостности, повторяемые элементы. И они как бы одеты, как бы раздеты, как бы здесь и как бы там. Ну, что старый друг – это тот вечная любовь, когда есть любовь человеческая. Все остальное может проходить. Так, а вот там вот еще одна картина. Посмотри, это масло. Тебе цветок называется. А это мы с тобой, кстати, ездили, у меня выставка была. Помнишь, где у нас была выставка в Москве, когда мы ездили, нам друг наш устраивал выставку. Брюсов переулок, да. Привет ему, привет, надо будет ему послать это видео, привет ему еще раз, и спасибо за то, что он у себя в галерее устроил нашу выставку. Молодец какой. Ну, пойдем. А если меня спросишь, вот этот новый акрил, он хороший или плохой? Слушай, это праздник. Это счастье художника, когда у него инструменты хорошие. Пойдем.